В Набережных Челнах состоялась презентация передовой инженерной школы Казанского федерального университета «Киберавтотех». Новое структурное подразделение, стратегическим партнером которого является ПАО «КамАЗ», ориентировано на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики и проведения прорывных исследований. Нам, конечно же, нужны такие талантливые ребята, которые, вот я только что вот сейчас повстречался с ними, поговорил, идея у них прекрасная и уже реализовывается, что поможет, конечно, нашему предприятию, не только КамАЗ, но и другим нашим предприятиям создавать вот такие современную технику, современные самолеты, вертолеты и автомобили. Передовая инженерная школа – это не только грантовая поддержка, не только государственное, частное партнерство, это и большая ответственность и вуза, университета, большая ответственность КамАЗа и Ростеха, также это и большая ответственность республики. Импортозамещение – это немножко для нашей страны, да, немножко даже унизительное понятие. Что такое импортозамещение? Да, это то, что мы завтра должны сделать что-то, что наши конкуренты уже в других странах делают сегодня. Значит, это будет вчерашний день для нас. Так сегодня вот мы принимаем решение именно создавать новые технологии, которые будут технологиями завтрашнего дня и которые обеспечат конкурентоспособность, технологическую мощь и процветание нашей любимой России. Передовые инженерные школы – федеральный проект, инициированный Минобороки Российской Федерации. В конкурсном отборе на право создания инженерной школы нового поколения приняли участие 89 вузов из 41 региона страны. Казанский федеральный университет один из первых презентовал свою передовую инженерную школу и определил для решения долгосрочных инженерных фронтиров интеллектуальный автомобиль, автомобили с низким нулевым углеродным следом, технологии интеллектуального производства. Концепция направлена на ускорение формирования технологического суверенитета, а также обеспечение технологического рывка в рамках глобальных инженерных задач индустрии 5.0. Без создания крупного научного центра по подготовке инженеров мы, конечно, о будущем думать не можем. Я считаю, что выдается в случае победы в конкурсе отличный шанс развить материально-техническую базу, создать условия для обучения наших студентов. Знаменательный день, когда мы открываем здесь, в городе Набережные Челны, передовую инженерную школу по автомобилестроению. Я считаю, что это разумно, логично, и он не мог открыть где-либо, чем Набережные Челны. Потому что рядом с нами здесь наш основной главный партнер КамАЗ. Подобная фокусировка позволит к 2025 году отработать и запустить в серию технологию производства электрических грузовых автомобилей с отечественными аккумуляторами. Также школа представит тиражируемое решение в сфере организации цифровых производств. К 2026 году совместно с индустриальными партнерами обеспечит выпуск беспилотных грузовиков и первые промышленные решения по водородным топливным элементам. А к 2030 году предложит эффективную оригинальную отечественную технологию изготовления и эксплуатации водородных двигателей и батарей. При создании передовой инженерной школы учитывались множество ключевых факторов, в том числе территориальное преимущество. ПИШ будет располагаться на одной из самых значимых территорий для совместного промышленного развития страны – в Камской промышленной агломерации. Здесь динамично развиваются 5 ведущих индустриальных центров, формирующих более 3% российского валового оборота промышленности. Алина Красильникова, Андрей Багаудинов, Универньюз.